Привет, Олимпийский. А пока мы собираем всех. Вспомним сегодня такого замечательного автора Веню Гыркина. Наше молодежное жюри. Я попрошу выйти на сцену Олега Барабаша, Олеженьку, как мы его ласково называем. Прошу. Спасибо.
Добрый вечер, друзья. Очень рад сегодня быть на этом фестивале уже второй год. И так радостно, что музыка звучит в любые времена, очень разная. Спасибо вам, что приходите ее слушать. Словно черную тряпку мы, проигравшие в прятки грустные дети, с привкусом чая. Минуты отчаянно тают, отчаянно тянут веселые санки за горизонты событий. Кто будет следующим? Кто будет следующим? Кто будет следующим? Кто будет следующим? Смерть махнет рукавом. И кто будет следующим? Сколько еще километров до нашей планеты, где сизый ветер, кошка в окрошке. Мама, проснись, я принес разноцветное утро в белых ладошках, золотой и зеленый. Моя милая мама, фотографии в мраморе. Мама, проснись, мама, проснись. Мама, проснись, мама, проснись. Я вышел пораньше, я принес тебе утро. Дома словно скалы скалят усталые окна. Деревья обняли прохожих и не отпускают. В полночь приходит садовник и ветки срезает. Ностальгически курит, трагически смотрит. Как пустая собачья миска, пронзительно тонко, убийственно близко. В кармане у Бога растает риска. Сияние обрушится вниз, так на полмиллион. Моя нежная остался коньяк, и вагон не последний. Нас сожрет полумрак из комнат соседних. И вас на руках отнесет понедельник. Иуда висит на осине, качается на ветру. Приветливо машет руками, вращается на ветру. Ты говоришь, но слова рассыпаются на ветру. Мы улыбаемся и растворяемся на ветру. Люби меня прямо сейчас, дорогая, я завтра уже не приду. Спасибо, друзья. Сейчас после меня выйдет другой замечательный артист. И надо сказать, что сегодня есть только песни, но и выставка картин по мотивам нашего с ним творчества. Можно посмотреть на первом этаже. Замечательный художник Екатерина Галанина. Обязательно посмотрите. Спасибо.
Тогда сразу следующего артиста. А следующий артист – мой замечательный друг с удивительным голосом и обаянием и чувством юмора, и зовут его Андрей Бобровников. Андрюшенька, как мы его называем. Ох, расписал-то, глянь-ка. А со сцены уходит мой замечательный друг, автор великолепных песен, стихов, просто сумасшедших. Олег Барабаш, ваши, пожалуйста, ему аплодисменты. Ну, у нас как-то так по традиции сложилось, но если можно назвать традицией, как бы второй раз нашего выступления на концерте открытия на Обнинскую ночь, что Олег выходит и играет что-нибудь такое прям... Ну, вы поняли, да? Я что-нибудь такое, догоняю, может, даже еще чуть-чуть мониторчики гитары дать, чтобы мне прям пелось-пелось. Ну, а я что-нибудь такое... Вот я вам сейчас сыграю такое пособие для юных девиц по поиску спутника жизни. Называется «Баллада о безусловном вреде рыцарства». Стоит Рубашкин, который сам родом с Воронежа, и говорит: «Да, Воронеж не догонишь».
Но, друзья мои, вот эти три номера, которые вы сейчас видели, это, если можно так выразиться, некая презентация.